Всем привет, с вами Темный Ниндзя. Продолжаем играть в игру Blade and Soul. Усаживайтесь поудобнее, наливайте чай, берите печеньки и приятного вам просмотра.
Через разрушенный мост не перейти. О, Иван Хон рассказал о вас. Вы были заняты важными делами, и мы не успели познакомиться. У вас все получилось? Время не ждет, поэтому тянуть не буду. Лучше сразу изложу вам свою просьбу. Мы узнали, почему не было вестей из храма Сосен. Разрушен мост между Сосновым Кряжем и Ущельем Испытаний. Нужно сообщить об этом в храм Сосен. Прошу, доберитесь туда, по драконьей тропе. Как? Вы не знаете, что это? Драконьи тропы — это потоки энергии, которые окутывают мир. Можно перемещаться на большие расстояния при помощи этих троп. Вам нужно научиться этому, если до сих пор не умеете. Здесь живет один старый знахарь, мастер в беге по тропам. Сходите к нему, пусть он вас обучит. Говорят, он сварливый старик, так что наберитесь терпения. Ну, удачи!
Ну и бездарность. Небось, бегу по драконьим тропам хочешь научиться? Думаешь, это так легко? Я кого попало в ученики не беру. Ладно, нехорошо отказывать, если человек пришел за помощью. Но сперва посмотрим, хватит ли у тебя силенок. Так. Чувствую, от тебя исходит необычная энергия. Погоди-ка. А это еще что такое? Так и быть, передам тебе свою науку. Только сперва, чур, помоги мне по хозяйству. И не ленись, ясно? Поглядим, годишься ты на что-нибудь или нет. Вон там я нарубил дров, чтобы растопить печь. Принеси их и сложи в кучу. Потом ступай на берег и набери воды. Видишь кувшин рядом с моим домом? Вылей эту воду туда. Не вздумай сутулиться, а руки поднимай повыше. И не надейся, что сможешь меня обхитрить. Ну, быстрее. Надо же! А теперь принеси воды. Это ты? Печальное зрелище. Тебе едва удалось справиться с моим поручением. А все из-за твоей раны. Кто это тебя так? Чин Сайон? Так я и рассказал. Ты для начала поправь свое здоровье, а потом поговорим. Думаешь, по драконьим тропам бегать так уж легко? Молодежь. Даже думать пока об этом забудь, если жизнь тебе хоть немного дорога. Найди знаменитых мастеров из Большой Восьмерки. Ну уж, если кто знает, как тебя вылечить, так это они. Не надейся, что я тебе буду помогать по доброте душевной. Устал я языком чесать, даже в горле пересохло. Рядом с изумрудной деревней есть озерное хранилище. Достань мне там выпивку получше. Я уже отправил за ней одного растяпу.
а он не вернулся. Не понимаю, куда он пропал. Проучи его, чтоб неповадно было. Просьбу старика не мог уважить. Вот наглец. А выпивку мою отнеси в трактир изумрудной деревни. Жду с нетерпением. Началось дополнительное задание. Thank you.
использовать нельзя. Использовать нельзя. Использовать нельзя. Это действие недоступно.
Я даже забыл, как этого олуха звали. А вот и ты. Давненько у меня не было случая хорошо выпить. Мастера? И куда вы, молодые, так торопитесь? Постойте, держите мастера. Точно. Знаешь, мастера подождут. Притащи ко мне для начала закуску, а надоедать с вопросами будешь потом. Отличная закуска и глоточек спиртного. Ух, когда получу это, может быть, даже смогу вспомнить, где найти мастеров. И как знать. Ступай-ка к ущелью испытаний, разыщи Чунаина и расспроси его о том, какими закусками славятся эти места. Говорят, он знает толк в закусках и спиртном. Вот, принесешь все, что я прошу, и будем учиться. Как знаешь, я не настаиваю. Мастера, и куда вы, молодые, так торопитесь? Постой, где же эти мастера? Точно! Что ж, на сегодня это все. Спасибо за внимание. До новых встреч. Пока-пока.